Дмитро Біляков, управляючий філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому. Займається цим з 2012 року, знає усе про підбір кліматичної техніки та енергозберігаючі технології. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Поки перш ніж ви почнете розповідати все про кондиціонери, я хочу вам поставити свої запитання особисте. Якщо робити такий рейтинг, там топ найкращих обігрівачів на зимку, кондиціонер на якому місці? На першому. На першому. Да. Все, можна продовжувати. Ти розібралася, так? Так. Отже, що ми робимо? Взагалі, я думаю, ще таке актуальне і питання, яке варто зараз розглянути, чи час зараз встановлювати кондиціонери вдома, чи вже він пройшов? Конечно, конечно, сейчас. Если вы хотите его использовать на обогрев, да, сейчас. Тем более сейчас, поскольку это сезонный товар, многие используют его на охлаждение, да, поставщики и многие продавцы цену немножечко убирают. Так. Мы с вами об этом уже говорили, помните, я про шубу вам рассказывал, когда надо брать. Літом або зимою, да. Так. То ж саме з кондиціонером. Давайте розбиратися, які є їх види. Чи кондиціонер в такому понятті, який працює і на обігрів, і на охолодження? Чи варто обирати тільки на обігрів? Давайте розбиратися. Тільки на обігрів кондиціонер не працює. Не буває такого? Ні, тільки. Вони працюють на холод. Раніше производители делали тільки на холод. А потом начали использовать его на тепло. Uh-huh. Появились зима-лето. Потом поняли, что на тепло он работает очень хорошо и замечательно, но до температур минус 5. Стало интересно, как же отодвинуть. Начали придумывать новые двигатели, новые фреоны. В итоге сейчас мы на данный момент имеем с вами кондиционеры, которые работают на обогрев до минус 30. Ого! Тобто можна не полюватися. Без потери температурного режима в очень енергоефективном режимі. Так. Тобто потребляє він очень мало. Ну скільки це мало? Ну, якщо ми з вами візьмемо, к примеру, кімнату 25 квадратів, вам для того, щоб обогріти її обогрівателями, треба буде два обогрівателя, які будуть потребляти около 2 кВт. Это мы про обогреватель говорим, в час. Если мы с вами берем кондиционер на 25 квадратов, он выдает 2,5-3 кВт тепла, при этом он потребляет 500 Вт. Угу. Насколько это эффективно, вы можете посчитать сами. Так, зрозуміли. Отже, види, от деякі сайтів пишуть, що таке інверторний кондиціонер, і чим він відрізняється від звичайного, і чому він краще для вибору? Ну, это уже как климат-контроль идет. Обычный кондиционер, он off, да, вкл-выкл, там простая система. Вы задали температуру, он включился, дошел до этой температуры, сработал датчик, он отключился. Все, он просто стоит. Температура поменялась в помещении, он опять запускает всю систему заново, опять на полную мощность работает, опять доводит до этой системы, опять отключает. У вас есть потоки воздуха. Если мы говорим об инверторном кондиционере, он включился, температуру нагнал, а потом начинает понижать. Он не отключается, он просто снижает ее до минимума. И у вас просто идет поддержание. А нет такого эффекта, когда вы с мокрой головой вышли из душа, прошлись по этой комнате, попали под струю холодной воды, утром встали вот так с шеи и пошли. Здесь по-другому. В инверторной ровная температура, на холод он работает или на обогрев он работает, без разницы. И он очень экономный. На що варто звертати увагу в першу чергу, вибираючи кондиціонер? Да? Давайте змоделюємо ситуацію, що ми приходимо в магазин, вибираємо. На що варто звертати увагу в першу чергу? Ви приобретаєте собі встраюваємо техніку. Так. Ви приобретаєте техніку, яку ви плануєте використовувати років 10-15. Це ресурс використання кондиціонера. Вам треба чітко розуміти, наскільки там стоїть хороший компресор. Насколько там усеченный или не усеченный теплообменник в наружном блоке. Опять же, это все подбирает вам исключительно продавец-консультант. Вам надо понимать, на какую площадь эта техника вам нужна. И только потом вы начинаете уже подбирать цена, качество, дополнительные функции и прочее, прочее. Надо ли вам, чтобы вы пользовались им со смартфона или вам достаточно просто с пульта? Хотите вы, чтобы это был инверторный и он экономил в протяжении вот этих 15 лет? Или вам достаточно один простой, ну просто вкл-выкл, да, он-офф обычный? Вот это, на это все зависит. А вот эти классы там А+. Это естественно, это класс энергоэффективности. На затраченный киловатт электроэнергии
он должен выделять определенное количество тепла либо холода. Uh-huh. И вот как раз по вот этим классам, точно так же, когда вы выбираете холодильник, точно так же, когда вы выбираете любую другую технику, надо обращать внимание на то, какой это класс. Uh-huh. Если это класс А, Б пойдет, ну там дальше. Б можно выбирать, да? Ну да, но вы же себе берете. Зрозуміло. Можна, если мы будем гнаться за ценой, то мы можем опуститься и до Г. Ну зачем оно? Ну ціна все ж таки середній такий ціновий сегмент. Такий, щоб нормально було, скільки коштувати. Ви знаєте, на сьогоднішній момент середній ціновий сегмент, якщо ми говоримо об інверторах, ну це где-то порядка там от 12 до 17 тисяч. Если мы говорим об обычных кондиционерах, средний ценовой сегмент, который нормальный, который улыбается и пашет, как мы любим говорить, ну, это в среднем где-то от 7 и до 10. Угу. Ще маємо питання, читала, чи можливо встановити один сильний кондиціонер, щоб він обігрівав декілька кімнат одразу, або охолоджував одразу декілька кімнат. Чи все ж краще в кожну ставити? Знаєте, це можливо, але це можливо в окремих випадках. Любая техника климатическая, она всегда подбирается на территорию. Чем на территории клиента? Чем мы отличаемся от простых магазинов? Мы приезжаем на объект и смотрим. Если есть возможность, если там комнаты не идут через стену, да, чтобы вот так вот воздух задувало, а там вот, к примеру, вот так идут, и он будет продувать этот поток. Ну, такое возможно. Если планировка этого не позволяет делать, мы говорим сразу, что нет, этого невозможно, это все индивидуально. Можно поставить, есть такая система, как мультисплит, можно поставить один наружный блок и несколько внутренних блоков раскидать по комнатам. Давайте розбиратися, спліт – це ж настінні і є на віконні, да? Давайте трішечки ще в цьому. Чи ні? Чи я помиляюся, може? Спліт – це наружний блок, внутрішній дах. Вот это вот внутренняя голова спліта. Угу. Мультисплит – это когда у вас наружный блок один идет, а внутренних может быть там до 8. Угу. Є така. Все, немає проблем, так? Також багато питань, а чому взимку у разі вмикання кондиціонера в режимі обігрівання він починає давати тепле повітря тільки через кілька хвилин? Іноді ця пауза триває досить таки довго і створюється відчуття, що кондиціонер злегка холодить. Чи це нормально взагалі з сучасними кондиціонерами чи ні? Так. Да. Коротко, це нормально. Так. Да. Я вам объясню, смотрите, девчонки, вся ситуация находится в том, что кондиционер он изначально разрабатывался для охлаждения помещения. Когда вы запускаете его на тепло, он начинает запускать фреон по обратному циклу. И таким образом ему надо время для того, чтобы создать давление, чтобы фреон начал поглощать тепло и отдавать его в другой части кондиционера. С холодом тут гораздо проще все идет, потому что он изначально под это был разработан. Когда мы включаем его на тепло, ему надо минут 10-15, и да, он не работает как дуйка. Эта дуйка вы включили, многие путают, что вот я включил кондиционер на тепло, почему он не дует сразу горячим. В дуйке у нас стоит спираль, которая нагрелась, включился вентилятор и пошел поток. В кондиционере чуть по-другому. Он больше похож на, как масляный, наверное, обогреватель, он дольше нагревает, но он все равно эффективнее. И тримает больше, да, там, чем отличается, чем интересен кондиционер за час работы, за один час работы, если он правильно подобран на вашу площадь, он прогоняет всю кубатуру воздуха 4 раза. У вас тепло в каждом углу. Поставили вы дуйку, вот куда дует, там тепло. Чем поставили, да, поставили вы обогреватель, сели вы возле него, вам тепло. Вышли из зоны, так все уже холодно. Да, в этом разница. Про екологічність хотілося б ще поговорити, тому що топове таке питання, сухе повітря, пилюка і так далі. Прокоментуйте, будь ласка. Я навіть читала і чула, що кажуть, я краще, як ви кажете, сяду під УФО, посиджу, ніж буду не екологічно обігріватися. Що ви скажете з цього приводу? Надо розуміти, що ви маєте в виду насчет екологічним обігрівом. Ну, що кондиціонери якимось чином забруднюють повітря. Ось так от. Невже ви не чули, що так кажуть? Скажіть, будь ласка, є у нас кондиціонер, да? Внутрі нього знаходиться фреон. Так. Этот фреон в закритому циклі працює. Якщо відбувається утечка, то, можливо, так.
Есть 22-й фреон, который запрещен в Европе. Мы сейчас используем 410-й фреон, который в Европе разрешен, в том числе потому, что он не загрязняет. Сейчас появился новый фреон R32, который еще экологичнее чистит, чем 410-й. Да, да, обязательно. 410-й, 22-й, да. И 32-й тоже, да. 22-й мы от него сейчас отходим. А в основному це 410 і 32. Це те, що ми ще маємо запитувати, да, коли купуємо кондиціонер. На якому фреоні він знаходиться, да. Ну, знаєте, як, к примеру, там старий автомобіль на дизелі, да, который коптит, коптит, совсем коптит, да, или там новый автомобиль, который работает от электричества. Є таке. Так. Дякуємо вам за питання. Завжди лаконічно, швидко все зробили. Можна я ще наостанок? Ви вдома обігріваєтесь кондиціонером? Исключительно. В офісі кондиціонером, вдома кондиціонером, у всіх моїх рідних, близьких і знайомих тільки кондиціонер. Це очевидна вигода, особливо, коли ви розумієте, коли ви починаєте рахувати свої гроші. И когда вы имеете возможность приобрести технику, даже есть такой нюанс интересный, когда мы хотим что-то приобрести, но у нас не хватает на это средств, мы делаем рассрочку. Вы пользуетесь сейчас, платите потом. Это выгодно. Я думаю, що всі відповіді є. Дякуємо вам. Дмитро Біляков, управляючий філіалом інтернет-магазину кліматичної техніки для дому, був сьогодні у нас в гостях.